Ангарский почтамт присоединился ко всероссийской акции «Мой учитель». Мероприятие приурочено к профессиональному празднику педагогов, который отмечается в России 5 октября. Теперь поздравить любимого преподавателя школьники могут оригинальным способом – отправить красочную открытку по почте. В сентябре месяце, на протяжении всего месяца, школьники, их родители могут приобрести в отделении почтовой связи понравившуюся открытку и выразить самые теплые, добрые слова в адрес своих учителей. Акция продлится до 5 октября. Любую открытку, в том числе и сделанную своими руками, можно опустить в один из ящиков, расположенных внутри отделения связи. Все поздравления будут доставлены до адресата совершенно бесплатно.